Всем привет, мои дорогие, с вами Кононова Аня. Ну что ж, миллион просто новинок, вот там вот бесконечно, поэтому сколько будет влазить, ну примерно в получасовой ролик, столько и будет. Очень много новинок будет в этом видео, и не только новинок каталога, но еще и новинок на моем канале, то, чего у меня раньше не было. Но, конечно же, есть и не новинки. Не новинки я открывать не буду, просто покажу, что у нас есть такая штука. Это одежда для детей, для девочек, футболка с длинным рукавом. И вот это изображение можно разрисовывать тканевыми маркерами. И потом один раз ручную постирать, и второй раз уже можно стирать в машинке, оно краситься не будет. Мне очень понравилась эта идея. У размера 128-134, артикул 80-861-171. А я уже это где-то показывала для вас, поэтому я-то не распаковываю, это на подарок кое-кому. Это очень интересная идея, когда ребенок сам себе может разукрасить одежду и потом носить эту одежду. Это шикарно. Можно носить дома, можно носить куда угодно. Такая вот получается футболка с длинным рукавом, она идет, в общем, суперски, поэтому я этот подарочек раскрывать не буду. Далее у нас с вами идет ночная сорочка для девочки, тоже с маркерами, размер 140-146. Это я уже заказала Викуське, но она в ней будет просто бегать по дому, разукрасит и будет бегать по дому. Артикул у 140-146, размер 861-168. Заказала, потому что их тогда не было в наличии. И вот сейчас это новинка на моем канале. Я забыла уже про них, а сейчас стала делать заказ, стала искать подарок. Подумала, что же заказать ребенку, которому мы идем на день рождения, и поняла, что я могу еще и дочке вот это платье наконец-то заказать. Но мы взяли побольше размер, 140-146, единого нет, тут все вот так через дефис, поэтому, ну, таким образом. Дальше новинка на моем канале, но не новинка в компании Faberlic, вот этих тапок, их долго не было в наличии, я про них уже забыла, я их не стала заказывать. Но смотрите, какие няшные, ну, вы посмотрите, какие клевые тапочки, ну, это просто прям безумно великолепно, они до такой степени хорошенькие, мягкие, размер 36-37, тут такая что-то типа мордашки. Ну, в общем, хорошее качество. Я даже, наверное, закажу еще, потому что я тапочки стирать люблю часто. Я их очень люблю часто стирать. Я, наверное, их не изнашиваю, а истирываю. Значит, у размера 36-37, артикул 885-673. Прям, ну, вы посмотрите, какая няшная красота. Но они такие не супер белые, они, можно сказать, такие молочные. Вот если взять идеально белый цвет, вот это, кстати, тоже для профилактики засоров, то вот такая вот красота. Далее такие вот тапочки в такой упаковочке приходят. Тоже новинка на моем канале. Типа вязаные. Ну, тоже супер класс. Мне нравится. Прям нравится. 36-37 артикул. Прикольные такие, мягкие вообще. Мне кажется, нога будет вообще дышать. Ну, посмотрим. Я их недавно нашла в наличии. Я обожаю всякие новенькие тапочки. Эти тоже аккуратненькие, хорошенькие. Good night и good morning. Доброй ночи, доброе утро. Понятно. У них идет артикул у 36-37, 885-666. Ну, хорошенькие, согласитесь. Няшные такие. Далее бежим по ней новинкам. Шоколад молочный с кокосом и нони. Я взяла его 9 штучек. Артикул 16057. Отличный шоколад. Нормально. Вика очень хорошо его кушает. Сейчас его что-то нет в наличии. Далее куда-то мы затеряли точилку. Это двойная точилка, что мне понравилось. Она мне очень нравилась. И сколько лет я ей пользовалась. И вдруг бабац. И точилки куда-то у меня не стало. Причем вот тут вот весь мусор сверху копится. И точилка на два отверстия различных. Она классная, ей уже много лет у меня было, она не тупилась, но потом бабац и пропала. Размер у нее маленький, 1 на 7, на 3,5, на 2,4, артикул получается 92,07. Такая вот красоточка. Далее щеточка для бровей. Когда одну щеточку стираешь, вторая должна быть в наличии, пока первая сохнет. 910-130. Неудобно мне было с одной, поэтому заказала вторую. Очень нравится такая вот щеточка. Она такая, знаете, упругая, классная. Мои толстые длинные брови легко расчесывают. Я их еще уже начала подстригать. Далее не новинка, не новинка. Это у нас с вами идет, получается, батончики. Значит, это фисташковые 156-47. Всей семьей едим, поэтому я взяла все по 5 штук. Персиковые 157-67.
черничный получается 156,49. Это очень вкусные батончики, что-то типа нуги. Похоже очень на нугу, но хлебную нугу. Ну, я думаю, вы поняли. Артикул 156,45. Шоколадные. Содержит 21% протеина, то есть белок у них тут идет. И плюс ко всему, они еще и идут с коллагеном, что тоже очень важно. Абрикос, ваниль, артикул 157,66. Клубничка 156,36. Дальше, вот этот был один, и этот, к сожалению, был один. Кокосовый 156,46. Черри, это вишневый, получается 156,48. Едим потихоньку, едим. Манго 157,65. Классные. Как обычно, круговорот стевии в природе. Почему я так говорю? Потому что в пустышках снимаю пустую стевию, потом заказываю новую стевию, пью с ней кофе. 156,77 артикул. Малофтилин, тоже на нем не буду долго задерживаться, хотя он стоит того. Штука очень классная. Тут 97% натуральных компонентов, причем к его крутому составу. Он идет и от раздражения, с витамином Е и Ф, и с мумией, и с ионами цинка, и меди, с депантенолом. Тут очень большой спектр, можно просто молодеть, на лицо его наносить и молодеть, можно прыщик какой-то помазать, он лучше, быстрее пройдет, ожог, укус комара, в общем, все-все-все, что связано с раздражением кожи. Когда Денес присоединился к компании Faberlic, вот эта вот штукенция у нас прямо она прям очень цена, и причем консультант компании Faberlic говорила, что она это покупала в Денесе все время, и потом бабац, и появилась у нас, и она теперь стала брать у нас, и говорит, еще баллов стало больше. Ну, действительно, стоящая штучка. Артикул 70,912. По одной штуке никогда не берем. Далее, 70% скидкой. Вот такая вот Celebrizing Makeup палета. Тут 10 цветов по 1 грамму. Артикул 58,08. Ну, вот у меня, как вы видите, уже тут все заканчивается. Тут еще кисточка была. Оттенки цвета просто обалденные. Видите, красота какая. Мне очень не нравится вот эта вот палета. Прям безумно, безумно нравится. Все цвета. Мне ее просто вот обожаю, эту палету. Особенно вот этот цвет очень красивый. Классно смотрится. Вот поэтому, если... Ну, лучше бы, конечно, брать витаминки, но все-таки я взяла вот это. Потому что ее и дарить суперски. Положу ее пока в подарки, пока это не закончилось. Потому что это у меня уже третий, наверное, запасник. Не открытый. Не буду открывать. Перейдем к новым парфюмам. Ну, во-первых, не хотелось мне их заранее доставать из упаковки, потому что посмотрите, какие они классные. Посмотрите, как они упакованы. Вообще четко, согласны? Вот так вот они представлены в такой упаковке. На них сейчас идет акция. Можно получить год абонемента бесплатного в спортивный зал, если вам попадется этот парфюм с золотой крышечкой. На него реально идет крутая акция. В каталоге получается 8-9. У нас с вами будет 8-9 каталог. Выплаты, все как обычно, все как прежде. И, кстати, я заметила, что цены начали совпадать. Ну, спасибо, наконец-то. Опять мы самые первые, опять быстрее всего у нас все встает на круги своя. Обожаю просто наш IT-отдел, который так классно работает. Обожаю всех вот пиар-отделы. Да они огромные молодцы. Делают акции даже в те времена, когда им действительно тяжело. Вот опять сделали акцию. Ну, подробности на сайте. И смотрим вот такие ароматики. Получается Game Day. Вот Game Day. Ну что ж, давайте с вами будем открывать. Вот так она открывается. И вот таким образом она лежит. Так, ну жаль. Жаль, не желтая крышечка. Очень хотелось, конечно, желтую. Так, артикул 3264 у нее. Коричневый ром, цветы табака. Ром, ирис, цветы табака. Ну, вообще интересно. Ну, давайте будем смотреть. Слушать. Все первый раз, все при вас. Да уж, набрызгала так набрызгала. Вдруг мне не понравится. Ой, ну слушайте. Мне очень нравится. Очень вкусно. Угу. Ну, посмотрим еще, какое будет послевкусие. Сейчас похожу минутку-две. Ну что, вы знаете, специально поставила на паузу, чтобы походить, послушать этот аромат. Я хочу сказать, что да, это мой аромат. Он мне очень нравится. Он крутой. Он супер.
Он просто супер. Это невероятный аромат. Мне нравится, я хочу, чтобы моему мужу тоже понравилось. У меня муж сейчас в Москве. Уехали не вместе с няней на интенсив для особенных деток. Ну, в общем, у меня появился еще один фаворит. Это вот эта мужская парфюмерная вода. Просто обалденный аромат и супер классная упаковка. Все до такой степени оригинально. В принципе, как и любит делать хорошо. GMD зачет. Так, открываем One Day. Основные ноты. Тут идут кардамон, черный чай и табачные листья. Слушайте, наверное, она будет сладкая по описанию. Артикул 3265 о One Day. Ну что ж, давайте посмотрим. Угу. На другую руку. Прям так вот разнесу. Да, сладкая такая свежесть уже. Угу. Ну, это вот не мой аромат. Сразу вам говорю. Прям... Да. Это свежая такая сластинка, которую я не сильно люблю. Воды очень разные, абсолютно друг на друга не похожи. Если Game Day это просто сила, это мужество, это стойкость какая-то, это характер, то One Day, ну, я бы сказала, такая сладкая свежинка. Тоже очень приятная, кстати. Раскрылась абсолютно вот только что, она раскрывается уже по-другому. Она мне нравится, но это уже какая-то, знаете, мягкость, нежность, ну вот что-то типа этого. Я уже не могу сказать, что я кайфую от этой воды и от образа мужчины, который передо мной предстает вот с этой водой. Это теплый, пряный, окутывающий спокойствием аромат. Действительно так. Game Day это смолистный, древесный, пряный аромат. Он такой, более, знаете, такой... Ну, в общем, прикольно. Угу. Угу. Я бы сказала, что да. The Best Bros. Две абсолютно спорящие между собой парфюмерки, которые, ну, обе стоящие. Аромат такой, знаете, необычный, неоднозначный, не такой вот легкий, как бы хотелось, не односложный. Бывают такие ароматы, ну, вроде бы чем-то пахнет, но нету никакой такой вот композиции. Тут эта композиция есть, он не простой аромат, но не, я не люблю просто любые проявления. Даже вот такой свежей сладости я не люблю. Вот свежая сладость, я бы так сказала. Угу. Ну, в общем-то, да, очень приятно. Приятно та и другая, но Game Day это вообще прям супер. Опять-таки новинка на моем канале BSC. Первое это как бы идут такие вот бальзамчики. Они мне очень-очень понравились, потому что ну реально прикольно. Смотрите, нажимаю, уходит вот эта вот пластмасска. Она получается мягкая такая тут. Видите, вот она у меня прогибается. Мягкая, уходит пластмасска и выходит помадка. Все эти помады, они у нас с вами идут, получается, это у меня, кстати, сводчи остались. Да, все помады, они идут такие вот бесцветные. Это, получается, двойной бальзам для губ, защиты и питания. Вот именно у этой помады идет артикул 203-441, интенсивная защита сухих, потрескавшихся и обветренных губ. Комплекс растительных масел и восков защищает от неблагоприятных воздействий окружающей среды, смягчает и питает кожу губ. Тут такая двойная. Запах. Никакого запаха нет, никакого привкуса особо нет. Есть там что-то такое легонькое, никакого оттенка тоже особо нет. Ну вот тут может быть что-то вот есть, вот она, да, видите? Может быть какой-то отблеск небольшой, но особо ничего нету. Вот такая зеленая помадка. Ну они, видите, они практически едины. Вот они даже ничем, можно сказать, и не отличаются по оттенку. Она, кстати, не дает вот этот вот белесый цвет губам, что очень мне понравилось. Бывают плотные оттеночные помады, которые дают белесый цвет. Это нет, это не дает. Это идет восстановление и уход. Если вот это была защита и питание, то вот это восстановление и уход. Оперативное восстановление, бережный уход за губами. Устраняет шелушение, стянутость кожи, способствует заживлению трещинок в уголках рта. Тоже очень прикольная штука и действительно классно. Мне понравился такой дизайн. Первый раз таким дизайном пользуюсь от компании BSC. Мне нравится такой дизайн, суперский. Ну и третья помада, тоже идет двойной бальзам. 3442 артикул.
увлажнение и комфорт. Эффективное и комфортное увлажнение губ с комплексом растительных масел смягчат, насыщают питательными компонентами и придает губам легкий и чувственный блеск. Но легкий чувственный блеск, я бы сказала, ну, его вот 85 слоев. Помада довольно твердоватая. Ее хватит надолго. Она быстро не потратится. Хороша, хороша помадка. Я довольна. И довольна, что вот такая вот есть крышечка. Действительно удобно. Удобно прям вообще. Даже колпачок не потерять. Вот это вот, конечно, супер. Поэтому не знаю, новинки это или нет, но я увидела, что у меня такого в обзорах не было и заказала. Я очень любопытная. Очень любопытная. И, в принципе, мне понравились. Прям губы действительно питают очень хорошо. Далее побежали под тужур. Я так понимаю, опять и новая упаковочка. Решили в нескольких вариациях выпустить вот этот вот свадебный аромат. Очень красивая, симпатичная. Видите? Такая хорошенькая. И, честно сказать, мне упаковка прошлая пришла ровная. Вкладыш тоже был замечательный. Все здорово и великолепно. И я не увидела недостатков. Аромат точно такой же остался. Честно сказать, вот все, что мне там женщина понаписала, что-то там плоский, невкусный аромат, еще что-то. Вы знаете, от этого аромата кайфует огромное количество людей. Просто огромное количество людей. И вы поймите, что на вкус и цвет товарищей нет. И даже если вот мне этот аромат нравится, я его люблю, это не значит, что его полюбят все вокруг и все кругом. Это такая легкая зеленая свежесть. Легкая зеленая свежесть и действительно стоящий аромат для меня. Поэтому один я заказала для себя, второй я уберу в подарки, чтобы дарить. Прикольно. 33-20. Я давно и этот аромат любила, люблю. И вот эта вот нежность в перемешку с зеленым с чем-то я прям обожаю. Он не бьет в нос. И вот этот вот аромат, просто вот понимаете, вот, например, вот иногда женщины пишут: фу, мне не понравилось это платье, фу, как вы его можете носить, фу. А вы уверены, что ваш гардероб весь должен нравиться мне? Мне кажется, что вкус и цвет, что парфюма, что цвет теней, что одежда, нужно уметь уважать вкусы других. Понимаете? Некоторым нравится, и они это носят. Кому-то не понравится, они это носить не будут. Вот и все, в принципе. Кто-то дома на шпильках ходит, что ли? Кому, у кого какие тапочки, у кого какие предпочтения? Ну, а кто дома на шпильках ходит, ну, пусть ходит. Мне вот нравится ходить, допустим, в домашних тапочках. И что, я теперь фу? Вот знаете, вот иногда, иногда такие вот люди пишут вот полную ахинею. Вот так послушаешь, думаешь, вот у человека просто, наверное, было плохое настроение. Вот если честно. Ну, там такая петиция, но я опубликовала в каком-то вот из прошедших видео. Я считаю, что на вкус и цвет товарищей нет. Дальше, Элисар, моя любимка. Тоже очень ее люблю. 30-69 70% скидкой заказала. Проминат 31-76. Это легкий морской бриз. Очень легкий, очень невесомый. Классно брать с собой на отдых. Будет не приторно. А вот этот проминат мне тоже очень нравится, как свежесть. Ну и что вам хочу сказать. Я сейчас открыла ночной крем с мелатонином. И вот еще подзаказала, пока пользуюсь ночным кремом, вот таким вот расслабляющим крем-масло для душа с артикулом 2614. Оно реально клевое, оно реально классное. Сейчас упаковочку сниму, вам покажу. Вот такой вот он. И у него действительно классный такой успокаивающий, но яркий аромат. И, конечно же, заказала себе тоже с мелатонином. Это идет зубная паста Dream Therapy. Нормальная зубная паста. Очень понравилась идея с крышечкой. Потому что вот эта крышечка, это просто что-то с чем-то, это бомба. Поэтому вот на ночь я буду чистить зубки вот этой зубной пастой. Вот она, видите, вылазит такая вот гелевая, прозрачная. Тоже очень-очень приятная. Ну, в связи с последними событиями я решила все-таки позаботиться о себе, если честно. И побрать много всего антистрессового. Как-то себя успокаивать. Потому что в наше время ну, нереально быть спокойным, честно вам скажу. И поэтому я заказала зубная паста артикул 2670. Подробная аннотация у вас теперь тут выходит. Поэтому я не буду очень много рассказывать. Просто буду говорить свои впечатления. Действительно классная зубная паста. Действительно классный гель для душа.
Действительно супер, потому что оно расслабляет, не усыпляет, не делает нас какими-то там, не знаю, амебами тормознутыми. А именно идет такое вот расслабление из-за того, что оно крем-масло для душа, получается, что я спокойно могу еще и не наносить крем после душа. Поэтому я себе прям решила на ночь пока вот этими средствами за собой поухаживать. Далее, что у нас с вами, это пустые баночки. Я хочу рассказать свое впечатление и забыла рассказать. Это One Week Miracle. Это первый раз я в новинке сую пустые баночки, но это просто потому, что я забыла рассказать. А крем для губ и век мне тоже очень понравился, но у меня еще там 1/3 тюбика осталась, поэтому я о нем расскажу подробнее потом. Вот эта вся линейка, и маска, и дневной крем, и ночной крем, и сыворотка. Сыворотки, как вы знаете, я израсходовала 3 штуки. У нее расход сильный, потому что ее наносите каждый раз утром и вечером перед дневным, ночным кремом или маской. И получается расход очень сильный вот именно у этой сыворотки. Ну что могу сказать, действительно кожа сказала спасибо. Но по истечению где-то вот пошла 3-я неделя использования, и кожа сказала, хватит, я не хочу больше это кушать. Вот у меня такое бывает часто с кремами, потому что они, ну, наверное, очень питательные от компании Faberlic. Кожа насыщается, я начала переходить на другой. И когда я ездила вот в Нижний Новгород, я 6 дней пропользовалась вот этим вот новым гидроконцентратом, вот этой новой линеечкой, увлажняющей гиалуроновой. И потом вернулась на это дело, кожа опять сказала, о, класс, кушаем, едим. Все начало впитываться, все начало нормально происходить. И вот я с удовольствием дорасходовала. Это вот, допустим, маска для лица, она действительно хорошо наносится. Действительно, с ней все здорово и классно. Действительно, супер. Маску я всегда наносила на ночь. Маска, она идет несмываемая. Действительно, есть эффект, что кожа подтянулась, кожа разгладилась. Я это уже увидела где-то на, может быть, 7-8 день, что лицо посвежело, цвет лица как-то вот стал лучше. Но на постоянную основу я бы не стала этим пользоваться, потому что кожа быстро напитывается, быстро насыщается и просится уже чего-то другого. Очень часто в своих видео я рассказываю, что все-таки мы разные же витамины пьем, так ведь, по-разному за собой ухаживаем, напитки у нас тоже разные, могут быть какие-то полезные смузи, просто вода, чай, кофе, то же самое из еды, мы можем кушать и рыбку, и зелень, и крупы, и так далее. И получается, что мы все равно внутрь себя кладем различные вещества, которые нам помогают, потому что в каждом виде продукта есть свои витамины, микроэлементы, минералы, какие-то вспомогательные вещества для того, чтобы мы жили нормально и нам хватало витамин в организме, так ведь? И плюс мы пьем БАДы. И, конечно же, косметика, и вот это мой взгляд, такая штука, которой нельзя пользоваться там полгода, например, подряд. Я вот отпользовала вот эту вот линеечку и сейчас перейду на другую. Вот таким образом. В общем, линейка мне очень понравилась. Очень понравилась, прям супер классно. Но она не мега такая вот прям супер антивозрастная, прям не мега. Она, знаете, вот что-то типа золотой середины, поддерживающий эффект. И далее в линейке One Week Miracle вышла вот такая вот штука. В такой вот прям картонной, очень твердой шкатулочки. Вот такие вот криосферы для лица, ребята. Ну, что я вам могу сказать? Я сначала подумала, ну, что за ерунда? Вот честно. А потом тут есть достижение лифтинг-эффекта. Я поделала по лбу вот этим лифтинг-эффектом. И хочу сказать, что мне безумно понравились ощущения. И вот эти вот безумно понравившиеся ощущения, они причем еще очень долго хранятся на лице. Я половину лица вот проделала этой криосферой, а вторую половину лица оставила. И я вам хочу сказать, что какое-то вот, вот от себя, да, свои ощущения, какое-то вот расслабление, какой-то кайф, какое-то ощущение такое, что я сделала что-то мега шикарное, мега классное со своим лицом. Я не пойму, где-то просто шарики. По идее, это просто шарики, но ощущение безумно приятное. Значит, что она делает? Способ применения. Нужно на очищенную кожу лица и декольте нанести сыворотку, крем или тканевую маску. И выполнить массаж в течение 5-15 минут, как показано на схеме. Для достижения лифтинг-эффекта мы направляем все движения вверх согласно схеме. То есть все вверх. Давайте я прям вам увеличу, чтобы вам было удобно смотреть. А для лимфодренажа следуйте направлению лимфодренажа, тока лимфы, и выполняйте движение вниз, смотря какая у вас цель. Вот это вот жижа,
как вы видите, в этой жиже. Вот она булькает. И в этой жиже еще какие-то блесточки есть. Плавают изредка блесточки. Это я так и не могу понять. Какое-то стекло, наверное. Какое-то стекло. Можно класть в морозилку, замораживать им пользоваться. Я на сайте почитала. В общем, прикольно. Плавно ведите сферы по массажным линиям. Как вот тут написано. Так, давайте-ка на единичку поставим, чтобы вот было видно. Плавно ведите, не давите на кожу. После массажа промойте криосферы водой, просушите бумажными салфетками, храните в оригинальной упаковке при комнатной температуре или в холодильнике. Для достижения максимального эффекта положите в морозильную камеру или емкость со льдом на 30 минут, за 30 минут до процедуры. Ну, то есть положили, а у вас там все замерзло, промерзло. Ну, слушайте, наверное, будет холодно. Не, ну, действительно прикольное ощущение, и я не могу понять, ну, как оно работает. Ну, вот как-то вот, знаете, ощущение приятное, очень безумно приятное. Мне понравилось, и оно как-то вот долго держится на лице. Штука такая. Это идет и как цветотерапия, как на сайте указано, и как лимфодренаж, и как лифтинг эффект. Тут нет никаких шипиков, никаких жужжок. Это просто криосфера для лица. Очень интересная штука. Вот такой они коробочки приходят. Очень красивой коробочки. Что тут написано? Эффективный инструмент для массажа лица, шеи, декольте. Массаж криосферами освежает, снимает усталость, пробуждает. Локальное охлаждение кожи во время массажа дает заметный лифтинг-эффект, помогает разгладить мелкие морщины, убрать отеки и круги под глазами, обеспечивает прилив крови к коже, способствует насыщению ее кислородом, улучшает тон и придает сияние изнутри. Для всех типов кожи гипоаллергенно, идеально сочетаются с сыворотками, тканевыми или гелевыми масками, кремами, остаются охлажденными дольше в сравнении с роллерами и гуаша из натурального камня за счет сочетания высококачественного стекла и охлаждающей жидкости. Специальные прорезиненные насадки обеспечивают комфорт рукам во время процедуры. Действительно, все продумано. Вещь не дешевая, по-моему, 900 с чем-то рублей. Артикул 0696. И мне безумно приятно было этим заниматься. Такой ритуал ухода за собой, любви к себе. Вот что-то, знаете, что-то такое вот невероятно приятно. Не забывайте хранить именно так, как оно лежит сейчас в холодильнике. Это стеклянные приборы, которые могут упасть и разбиться, поэтому берегите их. Перед использованием необходимо, прежде всего, конечно же, очистить кожу очень тщательно, особенно если вы пришли с работы. Это вечерняя процедура, возможно, для вас, или утренняя, неважно. Все равно кожу нужно очистить любым средством из коллекции Faberlic, которые у вас есть сегодня на полочке. После очищения кожи обязательно наносим либо крем, либо сыворотку. Конечно, в идеале это One Week Miracle. Та сыворотка или тот крем, который подходит конкретно вашему случаю. И далее мы проводим всю процедуру так, как я вам сейчас покажу. Вот эти прекрасные стеклянные сферы. Внутри них жидкость, которая не замерзает. Хранить эту коробочку лучше прямо в таком виде, собранном, в холодильнике. Если вы вдруг забыли положить коробочку в холодильник, перед употреблением положите минут на 15-20 в морозильную камеру, и тогда они приобретут ту самую необходимую температуру для работы. Что это такое? Для чего это нужно? Как это применять? Итак, прежде всего, это прекрасный девайс для того, чтобы освежить кожу, улучшить кровообращение, сделать массаж с помощью этих сфер, причем массаж не только лица, но шеи, декольте и даже области спины. Кроме всего прочего, с помощью этих сфер мы получим с вами тоже эффект лифтинга, потому что сфера будет способствовать движению, улучшению кровообращения и улучшению состояния кожи. Мы снимем отеки, потому что есть особые движения, которые помогут вам сбросить избыток лимфы, убрать отеки и сделать лицо значительно более свежим. Средство для пробуждения, для разглаживания мелких и крупных морщин, складок. Мы вертикальные морщины поднимем наверх и превратим опущенные уголки губ в улыбку с помощью этих сфер, если вы правильно будете ими пользоваться. Ничего сложного здесь нет, как мы работаем. Кстати, обратите внимание, удобство заключается в том, что здесь есть специальная прорезиненная насадка, которая будет удерживать сферу вашей ладошки, и она не соскользнет. Это стекло. Для того, чтобы получить эффект лифтинга, мы аккуратным образом проходим по лицу, по всем массажным линиям, а мы помним, как они идут. Сначала лоб ставим прямо в центр лба, к переносице, и начинаем круговыми движениями двигаться наверх.
Далее начинаем прорабатывать от середины лба к вискам. Сначала вдоль линии роста волос, подходя к виску. В области виска немножечко останавливаемся и тщательно прорабатываем зону мимических морщин, гусиных лапок. Двигаемся дальше. После того, как мы проработали лоб с двух сторон, мы внимательно еще обрабатываем, смотрим на брови и обрабатываем зону, где бровь заканчивается. Здесь есть мышца, которая приподнимает бровь. Нам нужно ее тонус повысить. Середина брови, потому что здесь тоже идет зона прикрепления мышцы. И тут выходят нервные окончания, которые тоже отвечают за тонус мышечный. И головка бровей прорабатываем очень тщательно. Вы, когда работаете сами, вы можете держать две сферы двумя руками и работать параллельно с двух сторон. Дальше обязательно особое внимание зоне вокруг глаз. Верхнее веко, закрываем глаза и идем от переносицы к виску, аккуратно прорабатывая круговыми движениями. Сильно не давим, потому что здесь глазное яблоко имеет огромное количество нервных окончаний, это может быть неприятно и болезненно. Затем обратным ходом от виска к нижнему, по краю нижнего века, по краю костному периорбиты. Вы можете нащупать его рукой. Давящими круговыми движениями и фиксируем сферу в области как раз уголка внутреннего угла глаза. Зачем? В этой зоне, я как раз хочу показать, находится венозный узел, и здесь находится лимфодренажный узел. И фактически этим движением мы сбросили все, что здесь застоялось, как раз вот тот самый лимфатический коллектор. Обработали глаза. Переходим ниже. Двигаемся теперь от середины носа к козелку уха. Это массажная линия, линия наименьшего натяжения кожи, прорабатывая все участки. Останавливаемся возле козелка уха, потому что здесь мышцы прикрепляются как раз к костям черепа, и прорабатываем вот эти точки. Мышца тонизируется, и кожа начнет приподниматься. Следующая линия от крыльев носа к козелку уха. Двигаемся давящими движениями, круговыми, опять к козелку уха, и останавливаемся здесь, опять прорабатываем эту зону. Затем уголок рта и мочка уха. Ставим на уголок рта и двигаемся круговыми движениями к мочке уха, давящими. Сфера холодная, она будет действительно тонизировать кожу, кожа будет розоветь. Это будет свидетельство начала активного процесса кровообращения. Открываются запустевшие капилляры, и кровь начинает бурно двигаться по сосудам, снабжая кожу дополнительным кислородом. На центр подбородка, по краю челюстному идем опять к мочке уха. Зафиксировали и опять массируем здесь отдельно. Фактически то же самое движение повторяется на второй половине. Но когда вы дома, перед зеркалом, вы это делаете фактически двумя руками с двух сторон, параллельно. Ну а теперь нам нужно еще проработать шею. Тут очень важно, потому что здесь есть мышца, которая начинается от челюсти и крепится к, здесь фактически к ключице. И эта мышца, если ее тонус повышен, она начинает спазмироваться, начинает подтягивать челюстной угол, и кожа начинает немного провисать. Поэтому берем опять нашу сферу и аккуратным образом опять массируем область, боковые области шеи, доходя до ключицы. Здесь мы фиксируем опять нашу сферу, потому что здесь находится лимфатический узел, лимфатический коллектор. Фактически мы сюда тоже сбросили все, что у нас застоялось. Сначала проводим лимфодренажную историю на шее, это важно, а затем фиксируем кожу, и, чтобы ее не тянуть. Идем вверх для того, чтобы ее подтянуть и зафиксировать. И так по боковым поверхностям. Никогда не работаем в центральной зоне, здесь щитовидная железа, массаж тут не нужен. Если вам кто-то может помочь и сделать массаж сзади, то идем по задней поверхности шеи, вдоль позвоночника, прорабатываем плечи давящими, сильными достаточно движениями, круговыми. Идем дальше вдоль позвоночника, спускаемся
ниже к седьмому позвонку. Дальше от выеной ямки, там, где вы можете прощупать, как раз где крепится шея к черепу, идем прямо по самому позвоночнику, опять до седьмого позвонка. То же самое повторяем с другой стороны. Фактически, если вам нужно получить лифтинг-эффект, строго идем по массажным линиям, линиям наименьшего растяжения кожи. Еще раз повторяю, от середины лба мы идем к вискам, показываю, и идем наверх, то есть вот этими верхними массажными движениями. Обязательно прорабатываем три точки брови, висок, поскольку здесь зона мимических морщин, обязательно вокруг глаз. Всегда идем по верхнему веку от носа к виску, от виска к носу по нижнему веку. И еще одна очень важная зона, про которую не забываем, это зона вокруг рта. Потому что верхняя губа – это зона, чувствительная ко всевозможным изменениям. Здесь в первую очередь образуются так называемые кисетные морщины или то, что косметологи называют баркод. Итак, фиксируем в центре и идем аккуратно вращающимися движениями к уголку губ. Здесь фиксируем ролик и массируем эту зону, так, чтобы заметно уменьшить комиссуру. Задача – приподнять уголок рта. То же самое делаем с другой стороны. Фиксируем и массируем. Очень чувствительная манипуляция, потому что вы еще фактически давящими движениями, здесь находятся челюсть, зубы и так далее, фактически вдавливаете кожу, и изнутри идет массаж тоже. Мы не забываем, что лицо женщины заканчивается где-то на уровне второго ребра. Это зона декольте, которая тоже должна выглядеть всегда молодо. Работать с ней тоже нужно очень тщательно. Прорабатываем участки боковые, рисуем такую галочку, ставим в центр грудины наш бол и идем аккуратно, массируя круговыми движениями к плечевому суставу. От середины дальше поднимаемся к ключице и так далее вдоль ключицы. То же самое повторяем с другой стороны. Вот в этой зоне находится большое количество лимфатических узлов, в которые мы сбросили всю застоявшуюся лимфу. В любом случае, это уникальный совершенно девайс, уникальный гаджет, который освежит вашу кожу, омолодит вашу кожу за счет массажа. Это мощный детокс за счет лимфодренажа, это разглаживание мелких морщин за счет улучшения всех физиологических процессов кожи. И, ко всему прочему, освежит, утром пробудет, а вечером успокоит. Прекрасная штука, прекрасная история, которую регулярно нужно использовать дома. Хоть каждый день, когда у вас есть хотя бы 5 свободных минут. Но все это в целиком займет примерно минут 15-20. А если вам кто-то поможет, то можно еще и промассировать спину после тяжелого дня и сидения за компьютером. Великолепный релакс, лучшая спа-процедура. Поэтому будьте всегда молоды, прекрасны, чувствуйте себя хорошо, а эти гаджеты вам помогут. Так, далее, смотрите, у нас с вами идет гель для профилактики устранения засоров. Он быстро прочищает засоры на кухне, в ванной, устраняет неприятные запахи, безопасен для труб и не содержит хлора. Шикарная, наверное, штучка. Вот я ее попробовала. У меня суперсильных засоров, вот, к сожалению, нет. Артикул 30-244, но мы все сделали, как написано по инструкции, действительно работает. Знаете, как оно работает? Сначала вода бежала. Я смотрю, ну там скапливается немножко вода в мойке. Потом, значит, мы вылили кипяток чайника туда, залили вот это средство, как написано, стакан средства залить. Потом мы подождали 15 минут и включили горячую воду. Сначала вроде бы бежало все как обычно, потом оно так немножко наполнилось и резко уменьшилось, и действительно стало, ну, я вижу, что засор, вот этот мини-маленький засорчик, он ушел. Но это единственный засорчик, который мы нашли, и то у нас в ванной, в раковине. Артикул 30-244, поэтому пока что он у меня работает. Не знаю, как будет против сложных каких-то суперских засоров. Если что-то будет, я поделюсь в Телеграме какими-то видео, еще что-то. Я обязательно поделюсь таким вот образом. Единственное место с засором вот это, что вода сразу не уходит. Остальное везде вода уходит сразу. Будем пробовать, чтобы сразу уходила. Ну что ж, вот он такого цвета. Наливаем стаканчик.
он быстро уходит. Посмотрим, как сейчас будет уходить вода. Надо ждать 15 минут. Прошло 15 минут, все по-честному. Запускаем. Сказали, очень хорошо промыть горячей водой. Промываем горячей водой. Тут у меня мои любимые средства. Тут кусочки мыла уже, остатки. Антохин дезодорант. Посмотрим. Я не могу понять, что поменялось. Вроде бы точно так же все. Или надо обильно промыть сначала. А, вот, смотрите. Хоп. О, пошло. И меньше стало. Может быть, это и не засор был в суше. А нет, смотрите, как все начало уходить. Причем струя, смотрите, какая толстая. Все ушло. Значит, был какой-то засор. Он образовывался, но потом он решил, что он не будет больше образовываться. Работает, как я понимаю, работает. Я счастлива. Все. Недавно у нас вот тут вот в ванной засор был сильный. Но мы уже с ним справились без этого средства. Из-за того, что не знали, что это средство появится. Я прям, знаете, бы оставила бы с удовольствием этот засор. Но вот все нормально. В общем, такая красота. Я довольна. А, кстати, какой же у него запах. Мы лили. Ой, ну тут крышка, конечно. Вот это вот от детей. От детей. Сейчас неудобно. Если честно, пахнет чем-то таким, какой-то кислотой неприятной. Мне не понравилось. Но как он будет вкусно пахнуть, если засор надо убирать? Да, кстати, написано, внимание, содержит щелочь, беречь от детей. Вот прям, видите, предупреждение есть. Но я прям щелочь сразу унюхала. Вот, ну и, в принципе, что он делает? Устраняет засор для прочистки труб в ванной, растворяет жир, пищевые загрязнения и даже волосы, ребята. Глубокое очищение, работает в стоячей воде. Устраняет неприятный запах и не содержит хлор. Ну все, будем пользоваться. Теперь у нас еще одна новинка появилась. Ну что ж, мои дорогие, пока все. Обзор около получаса мы с вами сделали. Все остальное уже в следующем видео. Всем пока-пока. С вами была Кононова Аня и проект Фаберлик Онлайн.